Здравствуйте, дорогие ребята, и сегодня речь пойдет о Batman Arkham Knight, точнее о его сохранениях на пиратке, которая работает не у всех. И я сегодня покажу, как это исправить. В чем заключается проблема сохранений? Заключается она в файле параметра CPI от Кряка, где задается собственная папка для сохранений. Игра уже сама для себя создает эту папку. То есть получается несколько папок с сохранением, и игра не определяет ни одну из них, просто не работает сохранение таким образом. Поэтому, как вы видите, я просто удалил, вот после знака присваивания, просто удалил все, что было. И у меня наконец-то сохранения сработали. Есть, конечно же, несколько способов. И каждый из них работает. Ну, не знаю, для некоторых. То есть у вас может сработать вот этот способ, просто удалить все остальное вот после знака присваивания. У меня так получилось. А можно еще просто вот перед этой строкой поставить хэштег, и тогда строка файл не будет просто работать, она будет неактивна, вот эта команда. И так у некоторых тоже работало, хотя у меня от этого ничего не получилось, не сработало, не вышло. Также можно просто тупо удалить строку нафиг, так тоже может получиться. Еще можно скидывать сохранение на флешку. То есть отформатируете флешку FAT32 просто. Я сейчас не хочу его форматировать, у меня тут нужные вещи, нужные файлы. И просто тут вот ставите двоеточие и буковку, под которую у вас определяется флешка. Все. И после этого все будет скидываться на флешку. И должно сработать. Я не пробовал. Вот это я не пробовал. Но у некоторых это срабатывало. Также можно просто отдельно создать папку таким образом на любом из разделов. И так тоже может сработать. Пробуйте. Вот. Также перед тем, как все это делать, я забыл. Заходим в свойства файла CPI.ini и снимаем галочку «Столько чтения», потому что если этого не сделать, у вас ничего не сохранится. А также перед тем, как все это делать, чтобы у вас заработали сохранения, заходим, удаляем сохранение из файла конфигурации, не обязательно удалять. Но файл с сохранением, то есть папку с сохранением нужно удалить. Удаляем ее. Еще есть папка сохранений от игры. Вот Save Data. Вот, смотрите, как я сюда зашел. Заходите, удаляйте вот эти файлы. И все вроде бы должно сработать. Да, должно получиться. То есть, если не удалить старые файлы сохранения, опять ничего не получится, не сработает. Не забудьте.